привет, с вами я, Саша. И вчера у меня был день рождения. И мы не успели снять видео. И сейчас я буду показывать подарки, которые мне подарили. Ну, сначала просто мне дети подарили открытки. Да? Полиски. Дальше. Пакет. Огонь. Машина и книжка. Откроем? Блин. Вот книжка. Вот я открываю. Вот я открываю машинку. Вот я открываю ее. Не знаю как. Я ее открываю, не знаю как. Та-дам! Але! Оп! Она ездить не сможет. Она была привинчена. А, ну ладно, приступаем к другой, да? Так, вот эта сторона. Это к подаркам. Вот эта сторона. Это к подаркам. Дальше у нас будет... Опять давайте мультику. Та-дам, 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 та-дам. Тут больше ничего нету. Уже что-то расставил. Во! Не уезжать, ладно. Покрывинчик. Книжка. Дальше у нас такая книжка. Дальше у нас такая игрушка. Сначала открываем
вот эту. Ну, а потом после этой откроем вот эту. Потом я соберу это и будет. И сначала эту соберу, потом ту соберу, а потом тут опять. Ой, свинья безрукая. Инструкция. Детальки. Алиса. Увидимся, когда соберем. Вот такой вот набор получился. Тут есть пинг зеленый и чак. И вот такая вот машинка, вот, в которой может сидеть свинья. Ой, а чак может его догнать. Тут эта штука мороженым может стрелять. Вот. Так. А теперь... Трактор. Я тоже хотел трактор Лего. Хотел сделать. Из обычного Лего, который у меня есть. Вот гусеница. Пакетик номер один. Пакетик номер два. Инструкция номер один. Пакетик номер три. Ничего больше нет. Так. Тут сзади показано, что еще есть вот в этой коллекции. И тут есть на тракторе бочка. Он может ее перевозить и может копать яму. Увидимся, когда делаем. А, ну вот, получился у меня такой трактор, который перевозит грузы. Вот бочку. Вот так вот. Ой, вот так вот. Тут есть вот так. Вот женщина. Фигурка. И мужчина. Вот такого. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!